Всем привет! Приготовим галету с абрикосами. Сливочное масло нарезаем на небольшие кусочки. Воду и сливочное масло отправляем в морозилку на 15-20 минут. Смешиваем муку, сливочное масло и пол чайной ложки соли. Перетираем до однородности, затем добавляем воду и замешиваем тесто. Убираем тесто в холодильник на 30 минут. В это время чистим и нарезаем абрикосы. На пергамент насыпаем немного муки, обваливаем в неохлажденное тесто, раскатываем из него круг, а затем перекладываем тесто на противень. Смешиваем сахар и кукурузный крахмал, высыпаем сверху на тесто и добавляем абрикосы, оставляя свободным край 3-4 см. Заворачиваем края галеты, смазываем сливочным маслом и отправляем галету в духовку, разогретую до 180 градусов на 35-40 минут.